Караганде ведутся переговоры с бизнесменами, которые готовы строить новые дома вместо ветхих и восстанавливать простаивающие многоэтажки. Об этом заявили представители Казахстанского центра государственно-частного партнерства, прибывшие в регион с новым проектом. Напомню, вопрос о сносе старых домов глава государства поднял на расширенном заседании правительства. Президент подчеркнул, что этот вопрос необходимо решать с пользой для бизнеса. Предприниматели планируют привлечь и к развитию моногородов, и к восстановлению депрессивных сел. Для этого столичные эксперты предлагают использовать так называемый Архимедов рычаг, создать в населенном пункте кластер, вокруг которого будут зарождаться новые предприятия. Еще одно обязательное условие – в решении местных вопросов должны участвовать как частный бизнес, так и население. По ветхим домам можно после, значит, сноса, если они уже не подлежат восстановлению, передавать этот земельный участок, можно передать доверительное управление частным бизнесменам, которые готовы на этом месте построить там жилые дома. Цокольные этажи могут отдать под бизнес, да, по аренду, а жилые дома они могут, значит, передать часть государству, а часть сами реализовать.